Дары святочные настрои у гэтые дни протягиваются дорослые детям. На карагод вакол елки с карыстными подарунками и меньшаваннями гэтым разом запросили адметные семьи Ленинского района Гродно. Доброчинное мероприемство атрымало назву «Елка здоровья». Здесь есть ребята из 17 семей, в том числе из семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, дети из приемных семей, ну, а также дети из семей многодетных. И сегодня такая замечательная миссия у меня, благородная, почетная, это вручение ордена матери двум мамам, которые родили и воспитывают пятерых детей. Во урочистой обстановке державной узнагородой орденом мати были отзначены Наталья Жмуркина и Виктория Тугай. Цікаво, что отметные гродинки являются суседками и живут у одном доме. Яны цалком отповедают значению слова «сям'я» – «сямёра» и «я». Пары выховывают по пятеро детей, а праз несколько месяцев сям'я Жмуркиных чакая яшчэ пополнение. Для нас, родителей, вся радость умножается на 5. Мы своих детей очень любим и гордимся ими. Большая семья – это большая радость, потому что дети, я без детей не могу. Я горжусь, что у меня столько детей.